Когда бросаешься в бездну, создается иллюзия полета. Итак, обсудим детали. Афера. Это тоже игра. Настоящая афера начинается тогда, когда все думают, что она уже закончилась. Поэтому мы пойдем в самое дорогое казино. То, что нам предстоит, не запрещено. Потому что никто не верит, что такое возможно. Я думал, ты попросишь помощи у меня. А ты решил собрать банду экстрасенсов и ограбить казино?